9 июля 1940 года вот на этой вот французской территории, не оккупированной немцами, по решению президента Франции, там была такая номинальная должность, ну, вроде как французская, английская, извиняюсь, королева, все абсолютно в соответствии с Конституцией Третьей Республики. Президент объявляет и проводит неочередное, созывает неочередное собрание Нижней Палаты и Сената, то есть всего в полном составе Национального Собрания Франции. Собирается 669 парламентариев, 79% от общего числа, то есть кворум налицо. Собрались они в здании Кабаре. Хорошая вещь, да, от Кабаре, но другого большого здания в Виши не было. 9 июля они в одно касание отменяют Конституцию. 10 июля они принимают конституционный закон, состоящий из одной единственной статьи. Наверное, в мире такого еще не было. Единственная статья была в том, что вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти передается маршалу Петену. Как сказал уже упомянутый выше Лаваль, Людовик XIV, король Солнца, не имел таких полномочий, потому что все-таки свои указы должен был периодически согласовывать с Генеральными Штатами. А вот у Петена все было лучше. Как же это заголосовали? За это проголосовало 569 депутатов Национального собрания, то есть 67% от общего состава, это 2/3, больше 2/3, конституционное большинство, или 85% от реально присутствующих в этом кабаре. 80 человек проголосовало против, при 20 воздержавшихся. Еще раз, это депутаты французского парламента, избранные до войны, на совершенно свободных выборах. И происходило это дело, наверное, где-то за 100 километров до ближайшего вооруженного немецкого солдата. Таким образом, передав все полномочия 84-летнему дедушке, депутаты Национального собрания разъехались. Дедушка, надо сказать, просто молодел на глазах. Дедушка начал называть себя «Мы Филипп Петен». Дедушка обращался к подданным со словами «Дети мои». Дедушка периодически называл себя то отцом, то главой нации. Марсельезу отменили. Тут же нашелся, заметьте, тут же нашелся местный поэт, что-то вроде нашего Сергея Михалкова-старшего, который вместо Марсельезы заделали гимн под названием «Маршал, мы тут». Свобода, равенство, братство было просто официально запрещено. Вместо свободы, равенства, братства был двинут другая триада – труд, семья, отечество. Труд, семья, отечество, вот видите, плакат. Замечательный плакат, выпущенный петеновским правительством. Ну да, вот этот вот мужчина в усах – это и есть спаситель нации. Ну там снизу все понятно. Рабочий кует, правда, левой рукой. Быки пашут. Что делает вот этот старый дедушка, я не понимаю. Ну и женщина, вот знаете, это не та. Вот не та, вот, которая была свободна на баррикадах. Вот совсем уже другая женщина символизирует Францию. Эта женщина, как мы видим, застегнута до подбородка, юбка до земли, трое детей и четвертый маленький в люлечке. Не знаю, как вы, а я просто плачу от умиления, когда вижу портрет вот этого старого развратника, не оставившего после себя ни одного законного ребенка, но много незаконных, кабелировавшего и до своего женитьбы в 60 лет и после. Ну, наверное, он в этом плакате изобразил свою несбывшуюся мечту о честных девушках. Не суть. Вот такая вот букалическая Франция. Правда, она очень быстро превращалась во что-то не сентиментальное. Они очень быстро приняли законы. Сначала против масонов, потом против коммунистов, потом против евреев. Потом они создали свой аналог СС и свой аналог гестапо. И, в общем-то, где-то через год петеновская вот эта неоккупированная Франция уже ничем не отличалась с точки зрения своего внутреннего режима ни от соседней фашистской Италии, ни от франкистской Испании. Ну, собственно говоря, с испанцев то, наверное...